семья села, съехавшая. А? Я вижу, ты талантливый парень. Ты станешь супервоином. Будем выполнять задания и развивать сверхспособности. Мой Дошик не такой, как все. Его ждут великие приключения. Кто тут использовал магию? Здесь нельзя тренироваться, нельзя говорить о сражениях и даже думать о них. Но Лин Шао сказал, практикуйтесь и освоите секреты боевой магии. Я готов! Я готов, учитель! Я смогу! Я чувствую силу!